сейчас совсем не вижу. Ладно, пускай это будет. На самом деле, чем он такое место, которого у меня просто нет, наверное. Я бы посмотрел, у меня подписчики есть. Да не густо.
Что за фигня? Ну да. Так. Что у нас кот? Пожрать, поиграть. Что со звуком-то? В чем дело? Ну нет, так нет. Понятно, делать нечего и тут тоже. Блин, тут даже делать нечего. Ясно. Кто придумал? Лайфхак тот, блядь, ёбаный мудак. Есть такое выражение. Да, мне достаточно денег, чтобы снять видео. Это как вообще? Ладно, придется ждать, пока закончится день. На тот случай, если звук вернется. Ну, лучше, чем ничего. Неужели кот еще живой? Не понимаю, зачем это блогеру.
Ваше здоровье укрепилось. Вообще на компьютер симулятор блогера гораздо лучше. Значит, без отвлечения обойдешься. Звал его в честь своего кота. У меня действительно был кот Ларик. 18 лет прожил. Но без развлечений обойдется. Он с котом поразвлекайся. Какие там, черты, достижения?
Охренеть. Пошли вы нахрен. Так, ну что делать-то? Нет настроения. Да пошел ты найти настроение. Так, кот не сдох еще? Покормить. Вот и деньги закончились. Монтаж, допустим, постановка. Кот живой, живой. Это радует.
Да, на свою квартиру он никогда так не нашел. Как не было, так и нет. Вот это нормально. Подписчиков нету, да охренели. Это интересно. Это как?
я его так не получил.
Уже спать хочется, промазываю. 3 часа ночи все-таки.
Засыпаю, похоже. Разом все дороже и дороже.
пожалуй, да, видео записать. Какой-то уже 16, по-моему, 15, да, не имеет значения, в общем-то. Сейчас дождемся и пожалуйся.